В городе Зыряновск Восточно-Казахстанской области уже трое суток нет воды. Ситуация может продлиться еще 5 дней, опасаются жители города. Местные власти объясняют отсутствие живительной влаги ремонтом на водоснабжающем предприятии. Предприятие, обеспечивающее Зыряновск водой, с прошлого года проводит масштабные ремонтные работы. По государственной программе «Акбулак» городу выделено более 3 миллиардов тенге. О том, что во всем городе отключат воду на сутки, водоканал оповестил заранее. Но в срок ремонтные бригады не уложились. Большой объем работы был запланирован. Естественно, конечно, значит, запорная арматура, замен задвижек большого диаметра, трубопроводов. Конечно, значит, сложно. Подготовка была. Вместе с тем, значит, из-за обводненности определенные сложились обстоятельства, поэтому задержали подачу воды в город. Город остался вообще как бы весь без воды, но тем не менее справились с этой ситуацией. Бабушка Валентина живет одна. Эти 3 дня без воды стали для нее настоящим испытанием. Рассказывает, как всю посуду в доме заполняла водой, потому что предчувствовала, что обещанное на 1 день отключение может затянуться, и как в воду глядела. Ночью стою, кручу, нет воды. С утра 6 утра кручу, нет воды. И целый день кручу, нет воды. Потом бегала, искала, где водовозки. Вот сходила, вот набрала 1 раз. 10 водовозов доставляли населению питьевую воду. Несмотря на то, что водоснабжение прекратилось даже в больницах, медучреждения продолжали работать в штатном режиме и даже провели 16 операций. Больницам дали воду первым еще вчера, а уже сегодня город будет полностью обеспечен водой, заверяют зыряновцев власти города. Катерина Бренюк, Заурия Эльдарт Кызы, Аслан Тулепов, Восточный Казахстан.